днище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожна. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Ханако-сама-га-о-мачи-да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришла. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Власть. Семья. Наша семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну, хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим. Это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семьи Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принесла душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Думаете, меня так просто развести? Я вообще-то хочу выйти отсюда живой. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Хочешь уйти? Как это ты догадалась? Блин, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. И что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Похоже, вы хотите отомстить за отца. Я хочу,
чтобы Варасаки все-таки узнали правду. И что вы хотите сделать? Йоринобу... Ханако-сама, скоро-скоро готитак ни омодори итарайте. Сугу ни сму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должна обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. Например, какие? Увидишь. Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто... предлагаю тебе решение. Вы не первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорей. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Всего пара часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А по нам? Она предлагала помощь. Послушай, Ви, эти ребята просто бродяги. Операция против Арасаки... это тебе не конвой грабить. Вспомни, ты уже работала с любителями, и мы знаем, чем это кончилось. А ты работал с профи. Вышло не намного лучше. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Бестия? Не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни... все будет нормально. Заберемся в башню, Альт откроет Микоши, а потом я снесу там... Блять, ты опять отрубаешься. Я... что? Нет, ты еще в мире живых. Пока что.
Тише, тише. Лучше не двигайся. Вик. Больно, больно, я знаю. Ты бредила, когда пришла, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство. Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попала? Приползла сюда на последнем издыхании, испугала Мисти до полусмерти, скинула со стола пациента, которого я оперировал, и потребовала, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это была не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. В следующий раз возьму лимонад. Это не шутки. Я подозреваю, что следующего раза не будет. Ну, вот так должно быть немного получше. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Ой. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что? Сидеть я вроде могу нормально. Но на этом, похоже, хорошее заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Найти решение проблемы? А я, блядь, что все это время делаю? Что бы ты ни делала, ты оказываешься у меня на столе. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или... пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь проскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? Я вслух... Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Вик, ты так много для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарство и вперед. До победного. Спасибо, Вик. Обязательно. Держись тут. Удачи. Ви, я слышала... твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. А что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко.
Джеки? А он-то тут при чем? Увидишь. Пойдем. Же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались. Видишь? На воздух. Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. А быть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одну. Сиди на здоровье. Ты меня напугала вообще-то. Думал, ты решила отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Да, есть один упертый коп. Угу. Привет, Ви. Привет. Ты спал? Какой там уже сон? Опять твои контейнеры? Хуже. Что может быть хуже? Вести провальное чужое следствие и чувствовать, что это ты все испортил. Не знаю. Трудно объяснить. Лучше скажи, почему ты не спишь? Просто... Я хотела услышать ваш голос, офицер. Бывший офицер. Не для меня. В таком случае, мадам, вы набрали верный номер. Слушай, раз уж мы оба не спим, может, выпьем вместе? Ты как? Сегодня не получится. И в ближайшее время тоже. Все в порядке? Да, просто много дел навалилось. Слушай, я не лучший следователь в Найт-Сити, но даже мне понятно, когда человек... Хочет тебя наебать. Чего-то не договаривает. Ты нашла на свою голову какие-то неприятности. А может, это они меня нашли? Наверное, это мне больше всего тебе и нравится. Ладно, мне пора. Погоди, погоди. Чтобы там ни было, я готов помочь, окей? Окей. Спасибо, Ривер. Удачи тебе. Ну все. Хорошо, что позвонила. Мне, к сожалению, было некому. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить.
Вову, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверена. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. А еще можешь заключить сделку с Арасакой. И всю жизнь жалеть, что продала душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверена? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джонни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Какие люди без охраны? Вакака, я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решила отдохнуть. Это я. Вакака, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Я отвлек тебя от каких-то важных дел. Мне почему-то кажется, что этот разговор будет важнее. Тебе опять что-то нужно. Это дурной знак. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только ты? Почему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль только, больше никому из Атлантиды так не повезло. Эй, народ! Закрываемся! Эй, ты чё? Баста. Мы еще не закончили! Нет, закончили! Да что творится-то? Ничего, можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно, пойду еще поработаю, что ли. Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори, какого черта ты мне тут предъявляешь? Ты удобно устроилась. Интересно узнать, чего тебе это стоило. Каждый из нас заплатил цену за свой выбор. Я не исключение. Это ты себе говоришь, когда клонишься к корпам? Это я себе говорю, когда смотрю на могилы своих друзей из Атлантиды. Или когда сейчас смотрю на тебя. Ладно, ладно. Кто старое помянет? Вот именно. Хватит ходить вокруг да около. Ты бы не начал этот разговор, если бы не хотел опять меня во что-то втянуть. Это тело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю ее, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. О, иди нахуй, милая. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет. И Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от нее отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но?
Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. А единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэр. Арасака? Опять? Ха, как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата. У тебя есть хоть какой-то план? Ты же лучший фиксер в городе. Вот ты и скажи, что нужно делать. Ты сказал «нам»? Ну да. Без тебя же ничего не получится. Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Потому что ты в долгу передо мной. И перед теми, кого столкнула вниз, пока лезла на вершину. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы? Мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блядь. Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Вейланд. Прям вылитый отец. Кровь от крови. Я что-то пропустил. Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Нас? То есть ты со мной? Не делай вид, что удивлен, засранец. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. Джонни, я же сказала, бери оборудование. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам, ну не маленький. Ладно, ладно, я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей, вставляй щепку.
Цель — точка доступа к Микоши в Арасака Тауэр. Надо дойти до лаборатории, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр — крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому мы пролезем через самодельное окно. Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик «Стрикс». Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антигравы. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джу Роджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Даже не буду спрашивать, как. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать, Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Арасаки. Мне все равно надо поговорить с Альт. Я ее уговорю. Только не обосрись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа Микоши. Как тебе? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Вести. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Альт. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели.
мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотела нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сама. Только технику мою не трогай. Я же сказала, Альт Каннингем больше нет. Да? Тогда почему она стоит передо мной? Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. По-моему, это какое-то извращение. Я как будто... Голый. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Я знаю, где находится. Под Арасака Тауэр. Это предсказуемо. Бля, ты серьезно, что ли? Ты читаешь мои мысли? Спутник Джуроджи 0401 не опасен. Я могу его обезвредить. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь в Арасака Тауэр и найдешь порт в Микоши. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А теперь поговорим серьезно. Ты же выпустишь из тюрьмы души. Получат они в конце концов свою свободу. Да. Нет, погоди. Ты явно что-то скрываешь. Говори прямо. Они станут частью чего-то большего. Частью чего? Давай-ка еще раз. Ты не способен понять смысл этих слов. Придется тебе поверить. На этом все? Ну... Можешь пожелать мне удачи. Желаю удачи. Ну, спасибо. Шикарно поддержала. Ничего не скажешь. Бумаги у вас у Каги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину, заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Готов? Бестия. Кто это был? Мой сын. Вот это сейчас было неожиданно. Ты хочешь сказать, что у тебя... Личная жизнь? Да. И хватит об этом. Я спросила, ты готов или нет? Да, я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас.
Я любила этот бар. Буду скучать. На самый верх. Да, кстати, а что ты сказала Уэйланду про операцию? Только то, что он хотел знать. Про его долю. Он хоть адекватный? Хочет при жизни стать легендой Найт-Сити. Как и все мы. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее.
кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим, никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйленду. Ясно. Охрана. Смотрит в терминал. Можем проскользнуть или убрать их всех сразу. Решай, что делаем, я за тобой. Тревога! Открывай! Стреляй! Давайте! Блядь, ненавижу это! Тяжелое оружие! Твою ж мать! Ты его ебище лесное! Еще помню, как это делаешь! Смотри-ка. Спасибо за помощь. Должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть чутка рассредоточены. Нет, они просто скучковались вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Вон того видите? Их главный. У него есть ключ доступа. Джонни, он твой. Идем тихо. Может, они нас не заметят. Эй, боец! Как говорила Спайдер, а что у нас под декой завалялось? Давай забирай у него ключ доступа и будем искать... Есть ключ доступа. Идем к лифту. Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречала здесь сметчика Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец. А ты по-прежнему лучше. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Лифты все еще заблочены. Придется прыгать. И долго лететь. Потому я и просила тебя взять.
правы. Может быть приятнее. Теперь. Комнату охраны. Ищем лифт к лабораториям. Это самый короткий путь к Микоши. Всем внимание! Она где-то здесь! Ты уйдешь! Опа! Стреляй! Давай, подключай Каннингем через порт. Так мы эту дверь не откроем. Стоит поискать тут контрольный терминал. Готово. Подключаю Альт. Пора выпускать его, Хакер. Пусть покажет, на что способна. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была для меня единственной. Знаю. Жаль, что ты этого не знал. Могло быть и хуже. Альт здесь. Думаешь, она сможет пробить лед? Система охраны взломана. Я перехватила контроль над станцией. Путь в Микоши открыт. В лифт! Живо! Заходит на посадку. Все-таки вызвали подкрепление. Иисус. Выходи! Ого. Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули-убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение.
Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетраннеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь. Видимо, но вам он нужно побежал, торопиться. И его срезала очередь. Элитный отряд охраны. Блядь. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Кажется, нам здесь делать уже нечего. Я готовлюсь отразить атаку на Трана, которые пытаются сюда пробиться. Вам придется продолжить без меня. Поторопитесь. Следом за вами идет отряд лучших солдат Арасаки. Давай, двигаем. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Мы практически у ядра. Остался только зал за перегородкой. Нельзя повернуть время вспять, Джонни. Но всегда можно начать сначала. Бестия была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия хотела тебя прикончить. И, наконец-таки, ей это удалось. Что за бред? Я убил эту старую суку. Завали, Смешер.
Она вышла из игры на своих условиях. Тебе этого никогда не понять. Эй, Уэйланд. Чего, парень? Ты хороший мужик. Удачи, Сильвермен. Точка доступа находится перед тобой. Подключись к ней, войди в сеть и найди меня на той стороне. Thank you.
когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир в обличье филигранной птицы. Золотой фигурке то большая честь помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Видишь, а ты не верила, что я совсем разберусь. Я тоже рада тебя видеть, Джонни. Ты видела, что тут творилось? Нет, но может, оно и к лучшему. Много потеряла. Это было мое лучшее выступление. Ты хотел сказать твое и бестии? Бестия мертва. Прости. У меня тоже все не весело. Альт обрабатывает меня душегубом. Я вся на нервах. Все будет хорошо. Ты уже на финишной прямой. Понимаю, но все равно страшно представить, какая жесть сейчас происходит. Альт сделала из меня Инграмму. А я даже не поняла, как и когда. Ну и как тебе жизнь в виде кучи нолей и единиц? Сначала было больно. Дико больно. Все тело как будто кололи иголками. Потом уже я поняла, что это не боль, а какая-то цифровая симуляция. Наверное, Альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело, и я даже не знаю, переживу ли я это и чем вообще стану. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу, а потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Как это? В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тела. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс, и иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала девочке новую жизнь. Ты ее наебала. Так получается? Джонни, заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Все будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь я придумаем. Я попросила тебя, Джонни. Не пизди. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа.
Теперь она воспринимает ее сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего же тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять, а он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Дай нам минуту. Будешь уговаривать меня согласиться? Зачем? Чтобы совесть успокоить. Ты и так можешь делать с моим телом, что хочешь. Ты мой друг, Ви. Я бы никогда так с тобой не поступил. Ты же знаешь. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Так что... тело теперь твое. Нет. Это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Преступление. Скорее вылезайте из своего клоповника и смотрите на небо. Сегодня виден хрустальный дворец, громадная орбитальная станция, куда всем нам, простым смертным, вход заказан. Говорят, там самые дорогие казино, самые красивые женщины и вообще есть на что посмотреть. Но даже самое красивое в Лайн-Сити. Рай на Земле, рай на орбите для таких дождевых червей, как мы. Никакой разницы. Блять.
Составлю тебе компанию. А, ну да. Твой кофе. Пей, остынет. Слушай, что... Что с тобой происходит? Что-то не так, Ви. Я чувствую. Интуиция копа? Просто скажи, что с тобой? Ты еще с Микоши сама не своя. Все время задумчивая. Что-то случилось? Ничего, все будет хорошо. Не переживай. Не отнекивайся. С каждым месяцем дела все хуже. И у тебя, и у нас. И я даже не знаю, кого в этом винить. Тебя, твое состояние или этот чертов заказ. Какая разница? Все равно это скоро кончится. Ви, не отгораживайся от меня. Это путь в никуда. Я... Не торопи меня. У меня еще остались кое-какие дела, и... Подождешь? Конечно. Спасибо. Я пойду на балкон. Это Джосс. Ага, я как раз у нее. Конечно. Мне пора. Я перезвоню. Тебе привет от Джосс. Как у нее дела? Хорошо. Хочет, чтобы мы с тобой зашли в гости, попробовали ее чили. Что скажешь? Ну, может. Посмотрим. Ты же знаешь, как оно. Последнее время не уверен, что знаю. Расскажи мне, как оно. Ты что-то хотела сказать? Я знаю, что семья – это важно. Особенно для тебя. Особенно сейчас. Но ты пойми, у меня все меньше времени. Меньше времени на что? На то, чтобы сражаться с городом? Одной против всех? На что, Ви? Уорд, послушай меня. Ты мне нужен. И это не изменится. Ну так давай я помогу. Остался последний бой. Я должна принять его одна. Какой план? Меня ждет работа в посмертии. И я готовилась к ней последние месяцы. Тебе точно не нужна помощь? Сколько еще раз ты меня спросишь?
Вдруг ты передумала? Нет. Посмертие — это мой мир, не твой. Ты так и будешь убегать в этот свой мир до самого конца. Иначе я не умею. Если что, у тебя есть я. Я всегда буду тебя ждать. Спасибо тебе. Я потом... Потом позвоню. Буду ждать. Удачи там. Здравствуйте. Спасибо, что выбрали сеть Галамейн. Куда желаете полететь сегодня? В посмертие. На полной скорости. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Задержек не предвидится. Круто. Позволю себе заметить, что у вас утомленный вид. Тяжелая ночь? Скорее, тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Деламейн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Деламейн теперь сотрудничает с Trauma Team. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Угу. Обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали инграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаки требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и бессмертие пока в безопасности. Шанс выиграть недельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. 10 казино, 5 бассейнов, аппаратура для брейк-данса и лучшие повара во вселенной. А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Привет, Ви. Что-нибудь выпьешь? Как обычно.
Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А что такое? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь? Сделай мне Сильверхенда. Выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы, скорее всего, понравилось то, что ты задумала. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Удачи, Ви. Привет, босс. Ви, этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рада, что не разочаровала. После вас. Ну, рассказывай. С чего начать? Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получила деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовала все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они ошиблись бы. Все до одного. Уверенность, достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне это не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получила все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Ну что, была не была. Удачи. Увидимся внизу. Конец связи.
Привет, Ви. Как дела, малыш? Давненько ты не заглядывала к старине Вику. Наверное, чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера? Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нортоук ходит? Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужила больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер. До встречи, Ви. Привет, Ви. Мне все говорят, ты теперь Пес Гордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Девочка моя, не забывай, с чего ты начинала и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Vi. Привет, Ви. Просто хотела узнать, как у тебя дела, как вообще жизнь. 100 лет с тобой не виделась. Ты еще в Найт-Сити? Честно говоря, меня так все достало, хочу просто все бросить и уехать. Но что-то вот пока не уехало. Тут как в болоте. Попытаешься вырваться, еще сильнее затягивает. В какой-то момент понимаешь, что остаешься тут навсегда, как Эвелин. Короче, береги там себя, не подставляйся лишний раз. И звони иногда. Пока. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все, Ви. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помогла мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некая Ви сыграла в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знала, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь одна из нас. Ты Альдекальта. Помни об этом. Береги себя там, в городе, и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сики, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока.
Ну вот, я тебе рассказал последние сплетни. Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Слушай, на следующей неделе у Рэнди день рождения, и Джосс хочет устроить ужин 20-го. 21-го! А, да, точно, 21-го. Ну вот. Не знаю, какие у тебя планы, но если ты в городе и у тебя есть время, тогда... Приходи, будет весело! Заткнись, Ди! Как видишь, мы будем очень рады. Дашь нам покататься на своей машине? Я тебе что сказал? Эй, успокойтесь оба, живо! Да. Я тебе потом перезвоню. Скоро увидимся, надеюсь. Береги себя, окей? Привет, Ви. Это Джефферсон Пиралес. Ну, мэр Найт-Сити. Я звонил насчет нашей программы по обеспечению жильем бездомных. Так вот, не хочешь ли ты управлять моим личным отрядом телохранителей? Ты знаешь, у меня не так много людей, которым я могу доверять. А на следующей неделе мы собираемся повысить налоги, так что я заранее готовлюсь к худшему. Приезжай, обсудим подробности, поговорим об оплате. На безопасности я никогда не экономлю. Подумай, хорошо? Я на связи. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня поняла. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогая моя, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способна. That one thing.
change that all.